Так, ребят, всем привет. Продолжаем демо-версию игры The Harvest Shadows. Так, это утро или что? Это утро. Вон рассвет. Повторяю, блин, игра пока в разработке. Это демо-версия, то есть игра не полная. И для меня она страшная, жуткая. Поэтому... если я где-то буду бояться, то вы уже знаете почему. Потому что для меня ужастики это... О. Так, а как? Я уже забыл даже, как тут оружие-то доставать. На тап. Это у нас продать 12 бревен, разрубить 3 пня. Продать 12 бревен. Так, это мы сейчас сделаем. Пойдем. А, во, на Q. Хорошо. Дай-ка я пока топор возьму, потому что... фиг его знает. Так, ну вроде... картина спокойная. Да я тут все от этой игры уже ожидаю, блин. Так что... так. Хорошо бы снова в сарай сбегать. Там что-то было в прошлой серии. Я забыл там собрать. Так. Убери пока, ладно, топор. Давай помидоры сразу. Соберем. Слушай, а поярче можно сделать? Ну-ка. Так, ну я добавил поярче, теперь игра немного будет. Ну, посветлее. Может быть, ночью не так страшно будет. Хотя, здесь не сколько темнота пугает, сколько всякая нечисть, которая вылезает. Так, 5.40. Нужно мне срубить... продать 12 бревен. А чтобы их продать, надо срубить. Да, вот эти вот две елочки как раз в направлении вот так вот. Так. Это продался. Отлично. Еще продался. И вот здесь, по-моему. Так, этот... не, просто возьми его. Так, вроде... вроде все, да? Да. Давай по списку. Сколько? 25... вы серьезно, что ли? Вы мне предлагаете 4 елки завалить? 4 елки надо завалить. Это много на самом деле, я тут бегать-то буду. Ну давай приступим. Тоже в том направлении. Вообще я хочу еще сбегать в амбар. Я сегодня не успею все сделать. Это реально за один день. Потому что... довольно-таки много надо. 4 дерева свалить. Вороны тут еще эти раскаркались. Ты продался? Да, продалась. И здесь нету. Ну-ка, сколько? 75. А, нет, 3 дерева, в принципе, будет достаточно. Так, ну что, давай вот отсюда. Давай расчищаем тут все, чтобы тут ничего не было. Просто возьми.
Да, бегать не умеет он с бревнами. Было бы неплохо. Так, задание выполнено, но давай вот это-то продадим остатки. Все. Итак, разрубить три пня. Хорошо, мы сейчас попробуем разрубить, убери. Я хочу... Вода есть у меня? Да, есть. Полить. Самую малость прям вообще вот так вот. Экономно так. Вот. Шикарно. Три пня, давай разрубим вот эти три пня. Я надеюсь, это эти пни, а не какие-нибудь другие. Если сейчас не убавится пенек, ну точнее не засчитает, значит какие-то другие поленья, может быть, он валяются надо. Старые деревья-то. Так. Да, нормально, засчиталось. И уже темнеет, ребят. Уже темнеет. Насколько быстро темнеет, блин. Давай, успею, не успею. Трепнята. А то сейчас начнется. Я уже тут свет заранее включаю, блин. Отлично, можно идти спать. Все. Фу. Так, ну-ка. В доме все нормально. Ну, вроде пока нормально. Хотя... Ребята, я еще раз говорю, мне тут стрёмно. Я когда в дом захожу, мне стрёмно спать. Ложимся спать, короче. Не знаю, сейчас среди ночи опять нас поднимут. День седьмой. Сохранение прошло, отлично. Так, ну что, утро, нет? День седьмой. А, ну пока я не знаю. Пока непонятно, я никуда пока идти не собираюсь. Я жду рассвета. Хорошо бы в амбар сбегать. Да, рассвет, я вон уже вижу это. Солнышко восходит. До амбара бы еще бы добежать. Там в прошлой серии я не все посмотрел. Там были подсвечены, в двух местах что-то было подсвечено. Возможно, какие-то предметы, которые можно взять. Но что самое интересное, у меня нет списка дел. А, моя задача купить ружье. Все, я же вспомнил. Основная цель купить ружье. Так, ну вроде все отлично пока. Тихо, что за... Что за звук-то был сейчас? Какого? Тут звук какой-то был, блин. Так, ладно, пошли посмотрим, я могу купить-то уже или нет. $100. Винтовка $100. А у меня 92. Не хватает чуть-чуть. Самую малость не хватает, прям буквально. Сейчас вот соберу, будет 97 будет. И нужно будет, наверное, не знаю, что, еще одно дерево срубить.
Куда я пошел? 5,40. Так, 98, 2 долларов не хватает буквально. Да. Давай сразу польем. Прям так вот, самую малость. Тут много не надо. Тут прям вот, вот так. Отлично. Топор на всякий случай. Так, ну что, срубить еще одну елочку. А вот это можно? Просто срубил и все, да? Ладно, пойдем вот здесь срубим. Вот эту вот срубим, наверное. Вот эту вот. Чтобы здесь посветлее было. Как раз сейчас заработаю эти 2 доллара. И нормально. Пенек убираем сразу. И мне кажется, если сейчас куплю ружье, меня ночью куда-нибудь пошлют. С этим ружьем. Разведывать куда-нибудь то. Так, еще 4 дерева тут, ну, 4 бревна валяется, надо их сейчас закинуть. Так, 50 центов, блин, хватит, не хватит, или еще надо будет рубить. А, по-моему, можно будет камень продать тоже, он же тоже каких-то денег стоит. Давай вот это последнее. Если что, может быть, камни хорошо зайдут. Так, что там? 101 доллар есть. Ну что, мы покупаем ружье. Купить. Внимание, покупка этого предмета запустит последовательность событий, который завершится окончанием демо-версии. Точно хочешь продолжить? Погоди-ка. А что еще-то тут делать-то? И мне, в принципе, тут больше-то нечего делать. Ну, пошли, давай сбегаем туда сначала все-таки, посмотрим, что там это... Я ж тут больше ничего сажать-то пока не могу, потому что игра все равно не полная. Это же демо-версия. Че, мне просто лес, помидоры выращивать каждый день, и все, и на этом... Мне же ничего не дают это. Опа. Че там? На всякий случай... Вот здесь была подсветка в тот раз. А, нести. Wow, this looks like pure zinc. I read that an old factory is nearby. Ну посмотрим, может быть, я и не буду сейчас покупать, что это такое, бросить. А куда бросить-то? Не, погоди. Может, он нужен куда-то? Давай пока это, на ферму его оттяну, может быть... Может, пока ружье не покупать, может быть, что-то еще выполнить можно. Положить пока где-нибудь вот здесь. Я надеюсь, он не пропадет никуда. Вот здесь, если бросить. Что, уже темнеет, что ли? Хорошо бы вон туда сходить, на ферму, и вон туда бы еще сходить, на вышку. Плохо то, что непонятно, на какой там час дня, там вот это, чтобы это... Ну, походу, да, уже темнеет. Дверь. А, это лес, я подумал, дверь какая-то. Ну, ребят, уже темнеет. Уже темнеет, валим домой. Фу-фу-фу. Чё за херня-то?
Блин. Блин, ребят, у меня сейчас дома какая-то херня будет происходить. Блин, ребят, она... Картина подсвечивала. Я не знаю, тут мне кажется, надо пьяным играть, чтобы вообще насрать было на все. Чё-моё. Только подойди. Дайте спать, я же все задания выполнены у меня, да? Да, чё, спать не даете? Фу-фу-фу, блин. Пока не дают спать мне возможность лечь. Бля, ребята, я честно говорю, я не знаю, как я буду дальше играть. Фу, бля, я каждого шороха уже боюсь просто. День 8. Сохранение. Не знаю... Я не знаю, как оно смотрится там, но когда играется, это вообще жесть просто. Жутковато, честно говоря. Так, ну чё, утро, нет, рассвет. Жду, когда это... Ну, когда ветер вот это, да, типа рассвет, да, он. Рассвет, интересно, чё там картина-то как? Там картина вечером, помните, она была, блин, это значит что-то это, эдакое внутри дома. Или за домом. Ну да, но как бы либо внутри дома, либо снаружи дома что-то было. И картина сразу изменилась. Фу-фу-фу. Так, ну ща картина нормально. Блин. Жесть. 18 минут. Хорошо было это сходить. Давай сейчас сходим вот туда, на эту вышку. Карта на М. Посмотрим, что нам это даст, если мы сходим туда. Я топор достану все равно. Я топор все равно достану. Так, помидоры. Ну это ладно, мне помидоры сейчас не нужны. Я хочу сходить вон на ту вышку. Мне игра разрешит, нет? Может, я там что-то интересное найду на этой вышке. Я боюсь представить, что там вот в том коровнике или что это там. Тут, кстати, еще... А мне дадут вообще сюда пройти? Здесь как... Ну, вроде да. Слушай, ну карта-то получается... Будет не маленькой, да? Наверное. Давай-ка достану, потому что я не знаю, что тут у тебя выбежит на меня здесь. А тут, смотри, тут еще что-то... Тут еще что-то огорожено. С2. А, это территория огорожена забором просто. Это типа моя территория. Это мои владения, а там дальше какие-то амбар какой-то, какой-то здоровый сарай какой-то непонятный. Вон там строение какое-то. А это, получается, все мои владения, да, получается-то? Фух. Come on, fat ass, you can do this. Дом, амбар и
вышка, да, получает следующее. Следующее, ну да, озеро, старый пруд, граница участка. Понятно. Wow, I can't get over this view. Опа. Патроны, что ли? Патроны для винтовки. А теперь у меня патроны есть. Ну, теперь, в принципе, можно и спускаться. Время 21 минут уже серия идет. Мы, наверное, квест запустим последний, может быть, уже в следующей серии. Пошли к дому ближе, потому что мне кажется, уже по времени. Сейчас, пока я туда-сюда ходил, сейчас будет как раз, наверное, вечереть уже будет. По заданиям ничего нету. Вообще. А я не понял, что с железом-то, его продать, что ли, можно, или что там? Так, а здесь у меня сейчас ничего не появилось тут интересного. Ну, здесь пока ничего нового нету. Так, а где тут кусок железа-то был? Металл нести. Если я его продам. $30. Ничего себе. Вот это да, $30. Не-не, еще рубить не надо. Дома все спокойно вроде, но надо быть повнимательнее, потому что тут... Я знаю, что здесь такое. Спать, конечно, сейчас не лягу. А уже вечереет, уже солнышко заходит. Так, ну я хочу сейчас дождаться ночи, чтобы день прошел, и можно будет это... завершить серию. Нет, включи свет. Да. Уже. Я хочу посмотреть, картина изменится, не изменится. Все уже темнеет. Тут реально половина событий будет ночью происходить, мне кажется. Тут куда-то что-то, что-то идти по заданию, ты все время будешь в темноте, где-то не успеешь. Банально, и все. Свет горит. Все, стемнело уже. Свет включить. Начинается какие-то... Я какой-то звук сразу слышу. Не грохот, а какой-то как будто шевеление какое-то. Еще волки, какие-то оборотни там, не знаю, там. Пустите спать, алло. Этот звук, как будто, блин, там внизу кто-то это. Я боюсь еще представить даже. Блин, дайте спать уже. Я тут везде сам... Блин,
от этого звука я даже боюсь кровать сразу покажет. Ладно, все, ложимся спать, посмотрим, чтобы сохранение пошло, главное. 9-й день сохранения. Все, вот давайте на этом мы серию закончим, а уже в следующей серии, я надеюсь, утро. Можно будет запустить финальную серию. Потому что непонятно, что тут еще делать. Мне не говорят, что еще делать. Просто помидоры постоянно собирать. Смысл толку-то? Да, рассвет, ребята. Ну все, давайте на этом завершим серию. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.